our house. In the middle of our house, our house. И, как там? Там, короче, вот эти вот трубы еще. Our house. In the middle of our house, in the middle of our house. Ну, это, как известно, Game Grumps сделали такую нарезочку интересную песни Our House группы Madness, которая изначально звучала как Our house in the middle of our street, и потом там дальше текст еще был. Но Game Grumps решили немного упростить эту песню, скажем так, и оставили только Our house in the middle of our house, и она повторяется 10 минут. И после того, как ты это услышишь один раз, у тебя эта мелодия на всю жизнь запомнится. So, where was I? Так, я сохранил перед новым уровнем. По-моему, это самый последний уровень. Я не начинаю запись, потому что обычно оно не записывает начало. Но если запишет, то хорошо, конечно. Да, я только что, кстати, посчитал так мысленно. Получается, вот первые три уровня были по полчаса. Потом река и лес вместе заняли час. Соответственно, вот игра длится so far 2 часа и полчаса. Ну, то есть 2,5. Если сейчас, значит, вот этот уровень займет полчаса, то всю игру, получается, возможно пройти за 3 часа. Но это если играть неумело, как я. То есть, ну, проигрывая миллион раз и пытаясь все собрать. То есть, самый нерациональный способ, значит, то есть она, ну, как бы короткая, точнее она ощущается короткой, потому что в ней мало уровней. А с другой стороны, я сейчас понимаю, что в принципе, если бы было больше, например, актов в каждой зоне, то было бы тоже не так. Я не знаю, у нее такое ощущение, как погони, то есть она реально, ну вот, вот он преследует кого-то там зачем-то, я не знаю даже зачем. И оно реально, ну, как такая гонка, короче. Ладно, погнали. Ой, мне сейчас опять вон там внизу, там река, опять сейчас вот это... Дэмит, я забыл даже, что тут такое было. Тут еще хуже все, чем... Дэмит, ух, как тут все... По-моему, тут всего один акт будет. Ой, щит, ты посмотри на этот... Это тупо ад. Хорошее начало, я что-то так надеялся, думаю, ну, последний уровень, там, завод себе, подумаешь. Тут сейчас вот этот каждый... Блок, который на экране, он может убить, поэтому я не зря. Тихо. Я читерю не просто так, а потом. Все. So much tension. Holy fucking shit. Там, короче, вот каждый. О, все. Прикинь. Это был весь уровень. Speaking of погоня. Все, надо выключать. Да, хороший был выпуск. О, вот, вот этого я ждал. Вот это классный уровень, это мне нравится. О, вау, гранатами, вы почему, вы подождите-ка, не так быстро. Сколько ему надо? 3 удара? Ага, ого. Ух ты, он сам дернул рычаг. Причем так, знаешь, полноценно, ну, анимация специально. Ой, что за... Слышишь, это... Этого не должно быть, это глюк. О, нет, это должно быть. О, вот откуда звук был. Вау. А как? Ага, я включил ее и теперь могу продвинуться вперед. Тут какой-то враг. Что происходит? Почему они закрыли? Вау, это как в Мегамене прям. Музыка странная, кстати, я эту тоже забыл. Ой, вот это сложно, да, это я помню. Тут, короче, конвейер просто подталкивает к ним, и это усложняет задачу. И плюс они гораздо больше занимают места, на самом деле, чем оно выглядит. Еще и сверху бревно давит, вот это класс именно, знаешь? О, еще и это. Да, я помню этот уровень. Причем он очень короткий, как бы фактически, по, если смотреть. А! Так уютно. Когда тебя бревном по голове, а тут еще лезвие и сверху враги. Фух, все. Так, отключай. Я не знаю, что это сделало, но... Оу! Она все-таки... Я что-то думал, что тут теперь можно перелезть на ту сторону, и там будет какой-то бонус. Вау, эти шурикены хоть пригождаются. Мне до сих пор смешно, как я прошел только что этот уровень с токсической рекой. Просто пролетел там тупо, там на каждом метре было препятствие, которое убивало моментально. И я бы там потратил, наверное, 10 часов, если бы проходил как следует. Но я почитерил и просто с одной стороны стал, и как бы и нормально. О, этот уровень напоминает, кстати, Level 5.
из Червяка Джима. А! Блин, а я так хотел, думал, что тут можно переждать. Так, а ну. Правая, обе. Левая. Обе. Правая, обе. И сейчас много времени, нормально, так что можно идти. Ой, тут, по-моему, раздавливает с анимацией специально. А! Оно так сильно отбросило, я что-то не ожидал. Как тут, кстати, надо, интересно. Тут невозможно не удариться об нее, и оно так сильно отбрасывает. Что за издевательство? Это все уже нечестно, я считаю. А я давно сохранил. О, прям тут, прикольно. По голове стучит, ты посмотри. Я бы сказал, кого мне напоминают, но не буду. Ладно, они мне напоминают Эша из Streets of Rage 3, окей? Waste. Эти люди, они просто... They're just a waste. О, камера опять, ты посмотри на нее. С первого уровня, вау, такой throwback, ты шо? Ностальгия прямо. Не, реально, в смысле, первый уровень был очень давно. Все, блин, ухо, вот это тут вообще. Хорошее начало, и гранаты сразу. И бензопилы, и гранаты, ты шо? Влево-право, влево-право нажимай. О, все равно убил, ты шо? Мне не нравится этот звук, конечно. Ау! Давай уже. Серьез? Вот это некоторые говорят, я играю в игры, чтобы расслабиться. Вот тут вот классно, вот это просто такое расслабление. Алахмора. Ничего, что я потратил шурикены. Они мне не настолько нужны. Он прямо сюда же восстанавливает, так что хорошо. Не представляю, как нужно эти проходить. Они же всегда повреждают. Еще и в обратную сторону толкают, так. Ох, ух. Вау, это, наверное, единственное место в игре, где шурикены действительно очень нужны. О, камера. Надо ее тоже с помощью шурикенов разбить. А, вот, если я уберу камеру, то они перестанут спауниться, я уверен. Это потому, что, типа, они с помощью нее видят, где я нахожусь. Вот это моя теория. But hey, that's just a theory. A game theory. Идите и посмотрите game theory лучше. Ну, потому что я такой плагиатер, конечно. Фух. Во-во-во! А, фух, это по сюжету. Где? О, вау! Они так показали интересно весь этот, мне что туда надо будет пойти? Я не доверяю этим штукам, но они, похоже, единственный путь. Так, ау! О, они... По ним очень трудно понять, в какую сторону они двигаются. Щит, что происходит? Я этого не помню! So much stress, so much tension. Невозможно. It's impossible. Damn it. Все. Уже мне целый уровень надо сначала проходить. О, нет, класс. Ох, только отсюда. Так. О, я знаю, как я это сделал. Смотри, C нажимаешь, и он четко по ним летит. Вау. Получилось. Это реально то, как нужно было так пройти. Игра до этого учила меня это все делать. Ты шо? Я понял язык этой игры. Теперь я знаю. Теперь мне ничего не страшно. Жна. Он
просто непобедим, когда он крутится так. Соответственно, это реально очень... Ауа! Fucking shit! А это что? Чё оно двигается? Это босс! Это последний босс! А, нет. А, оф, what? Что тут происходит? Там шар... эти, ну, вот эти каменные боссы летят... А! Вау! Ты посмотри на эту ситуацию! О, все, хорошо, фух. А, нет, они все равно катятся! Так, тихо-тихо! Вау! Звук такой прикольный. Ну, вот они. Ноу, действительно. Одна жизнь. Я так плохо играю. Как бы спору нет. О, есть. Фух. Damn it. О, окей. Фух. Вау, еще один босс. Тут тупо босс-раш пошел. Сейчас надо всех боссов убить еще раз. На одной жизни. Вот это, честно говоря, не самое интересное решение такое. Блин, я надеюсь, там третьего вот этого жука босса не будет. Он самый сложный. Надо цешкой, ой, бэшкой, то есть прыжком, в общем, а не... Ну, последняя жизнь. Фух. О, еще один, а! Ого! Ты видел, что произошло? Это не я сделал, это, ну, короче, как катсцена. То есть, последний, вот этот пес или, ну, каменная штука, хотела схватить Зеро, и он его взял, отбросил просто руками так сильно. О, вау, а вот жук. Ну, с ним по-новому надо сражаться. Вау. Новая механика, как бы. Блин, у меня все равно, это не меняет факта, что у меня ноль жизней. Можно с этого же уровня, пожалуйста? О, есть! Все, классная игра, классный уровень, классная, все. Вау, это слишком напоминает Earthworm Jim, честно говоря. Там точно такой же был босс, только курица он при этом был. И предыдущая перед этим тоже конвейеры все. Мне кажется, они все-таки немного вдохновились с Earthworm Jim. Что, в принципе, неплохо, потому что, ну, как бы, это хорошая вещь to get inspired by. По-моему, все. Фух, да. У него, кстати, столько же здоровья, сколько и было тогда. Сейчас пробьет так сильно. Класс, я так запомнил вот этот последний уровень, потому что, ну, сейчас, это просто босс последний. Он, кстати, очень легкий, тут если знать, что делать. Но мне нравится это место за то, что, во-первых, вот сами штуки вот эти, ну, как бы, стены, они как в Аэро в первом, вот тот музей. И на фоне при этом звезды, и это мне напоминает Радикал Рекса. О, вот, это, по-моему, Эдгар Эктор. Хотя нет, тут другой босс все-таки. Тесно, тут нельзя почти никакие приемы делать, кстати. Ну, как викинг, короче. Тут еще и луна, и так, знаешь, атмосфера. Damn it! Где жизни? Да, я очень сильно запомнил это место. Причем я был тут всего один раз и совсем недавно. Но оно memorable. А? Два хитпоинта. Да, он как это, как викинг или персонаж из игры Stormlord или Gods. Это, к сожалению, не последний босс еще. Там будет потом такая специальная небольшая локация, где, в общем, будет чисто Эдгар, и там будет моя girlfriend. У Зеро же есть girlfriend, значит, по сюжету. А, подожди, тут надо что-то было разбивать, по-моему. Вот эти... Ой, game over. Ну ничего, я прям отсюда же продолжу. А, ой, нет. А, еще этого убивать. Не очень.
Я понял, как с ним надо поводить. Ух, быстро, классно. И жизнь не потратил, так что все круто. А, вот эти вот штуки... Ау, хорошее начало. Вот. А вот, он когда он топором задевает вот эти электрические штуки. А я, интересно, сам могу их разбивать? О, да, этими шурикенами. Блин, отстань. Я не знаю зачем, но мне кажется, что их нужно разбить. Может, они его повреждают тоже? Они как взрывы. А, может, мне нужно его на взрывы... Иначе зачем же их сюда поставили как-то? Вау, оно очень высокое. Ага, ну... Он почти наверху сейчас. Мало места, я не вижу, откуда он упадет и когда. Еще сам наводящийся топор, класс. А у меня ничего нет при этом. Мне кажется, здесь вообще не нужно... Нет, все равно с ним нужно сражаться. Блин, так и попал, но это только... Я не представляю, как того викинга все-таки побеждать, потому что там из-за того, что все платформы слишком близко вертикально друг к другу, то там невозможно, например, сделать вот такую вот, или сальтов даже, то есть почти все приемы невозможные получают. Надо выбирать такие открытые пространства и предвидеть, куда он прыгнет, и потом... Ах! Все равно мало здоровья, так опасно тут. Он еще и меня повреждает, ну... Не, у него почти здоровья нет, то есть все-таки... Ой, почти не отнялось, соответственно, тут не нужно. О, по-моему, шурикены до него тоже долетают. Так, он явно знает, где я нахожусь, соответственно, надо его заманивать на открытые места. Тут идеально. Я не помню, чтобы он был настолько сложным. О, смотри, он случайно своим топором разбил эти штуки тоже. Оу! Не заставил себя ждать. О, вот это уже пошло. Вот это я уже... Ах, есть. Все, вот это классный способ. Нашел идеальное место. Есть! Ты шо, вот это круто, на нуле жизни. Ах, сейчас будет этот, типа... О, что, еще не конец? Сейчас будет самый последний босс. Так. Надеюсь, мне не нужно разбить эту всю конструкцию. Мне кажется, мне нужно как бы уйти отсюда. А, нет. О, да, вот, да. Ого, космический корабль! А это он сам все делает. Вау. Я не пойму, что ему веревку сбросили, как бы. Фух, stage complete. Factory Stage 3. Ого, у нее аж 3 этапа, разве?
А, да. О, вот, вот это такое прикольное. Это же его вот girlfriend. И... О, вот, я ее спас. И она вместе со мной бегает. О, я это забыл. Точно, тут так было. Сейчас, короче, будет босс. О, Эктор. Вау, тот самый. Давно не виделись. Long time no see. Она будет помогать, кстати, в один из этапов. Так, пока все легко, как бы. Пока все нормально. Ау! Ого! Класс, это так эффектно смотрится. Ноль жизни, нет! Ну ничего, это тут у меня бесконечные какие-то. Так, окей, спасаем Ариэль. Но она не Ариэль, конечно. Кстати, кто она? Нигде нету информации об этом. Точнее, я не искал, но в игре, по крайней мере, об этом не говорится. А может, вместе с игрой прилагается, допустим, мануал? Надо будет найти мануал Сэро и посмотреть. Потому что мне так понравился мануал к Аэро за Акробата. Они там очень подробно описали, какие предметы добавляют, сколько очков и сколько нужно набрать, чтобы получить какой бонус, короче. Это очень круто. Вау, у него здоровье почти закончилось. Вторая фаза. О, нет, нет, нет. Прикольно, что она не висит где-то там, а вместе со мной бегает. Это хотя бы... Ну, оно так, такой экшен. Так, а подожди, а что? Она ждет, как будто, что я что-то сделаю. Нужно ли мне по ней бить все-таки? Не, не похоже. Не, точно не надо. Но он же и не меняет своих паттернов. Ну, у меня много жизни. Блин, а как? В таком случае. По-моему, с ней можно делать... А, по-моему, тут надо нунчакой, кстати. Надо предвидеть и потом так... Нет, все равно. Я тупо все, что у меня есть, пробую, ничего не работает. Его избежать не так уж и просто, но его же надо еще и повредить. Я не понимаю, как, если... А? Ты знаешь, как вот эти заставки на DVD, когда такой логотип... какой бы то ни было фирмы, вот так вот по экрану двигается туда-сюда и постоянно угол играет, ну, угол меняет и никогда в угол не попадает. God damn it. Какие у меня еще есть приемы? О, да, такие надо нунчаками было. О, а тот раз не получилось. Так, окей, надо, значит, предвидеть. И теперь так... Вау, класс. Вау, оно так мощно. За счет звука. И он, главное, на секунду превращается обратно. Класс, оно так satisfying, потому что он мигает. Так, воу, блок. Смотри, она говорит... Вау. Она как бы руки подставляет и помогает. Подбрасывает меня, и я так... Вау, это все равно не помогает. А как же ж... О, вау, помогло только странно как-то. Так. Круто, что, да, что она помогает, но я не понял, как именно я смогу его повредить. Вот смотри. Она меня подбрасывает. А, и он сам все делает. Я даже C не нажимаю. А может, я и не должен его повредить. А, нет, вот, есть! Ты шо? Мы победили Эктора, ей! И они в бензопилу прыгнули. А, это они спрыгнули, класс! Довольный такой. О, я вспомнил, я когда на стеге проходил это, то я сфоткал на телефон, или на телефон, или на фотик еще. Team Zero, created by Justin Siller. О, круто. Не Дэвид Силлер, кстати. Appearing in the game Aero the Acrobat. Neil Renzi, Team Iguana. Круто. Justin Siller, Neil Renzi, Team Zero. Все новые, на самом деле. Я знакомых пока не вижу. А, вот, Дэвид Силлер, да. Но он executive producer, это не совсем.
Стефан Брамли, Крэг Келли, Карл Уэйт. Genesis. Engine. Она же на SNES выходила, кстати. На SNES я почти не играл в нее. Надо будет как-нибудь поиграть, между прочим. Арт-директор Марио. Джулс тот самый. Так, я жду, сам знаешь кого. О, классная тут музыка такая. Рендеринг арт, вау. Ну, на самом деле, я когда читаю о том, сколько людей... О, мюзик-координатор. Джей Мун и Террен Стан... Вот, Music and Sound, Fox Productions. Technical Manager, Consumer Product Manager. Когда про арт, про разные виды арта читаю, то так что-то оно так вдохновляет, потому что я понимаю, что все вот это, что нарисовано в игре, это ж кто-то сделал, как бы, ну и пиксель-арт. И тоже хочется сделать что-то подобное. Например, взять фотку, оцифровать листья там, потом уменьшить разрешение и потом исправить, и чтобы оно выглядело как лес. И из этого потом целый уровень сделать. И да, ну короче, я когда вижу такие, такого рода игры, они меня вдохновляют на что-то подобное. Я даже вчера думал о том, что вот даже левел дизайн на втором уровне, Cliffs, он такой нетипичный, то есть он достаточно простой, но и интересный все равно. И в Aero мне очень нравится левел дизайн. И я подумал, что вот сейчас есть, ну, раньше это было сложно делать игры, как бы там целые компании делали. Но сейчас есть возможность платформеры делать, и я мог бы попробовать сделать что-то подобное. Оно классно, ну, то есть оно меня настолько вдохновляет, что я хочу типа Aero сделать игру или типа Zero. Какая классная игра, конечно. Если бы не речные уровни и не ее короткие слишком этапы, то было бы еще круче, конечно. А, все, по-моему. Оно повторяется. Мне, честно говоря, вообще не нравится, когда повторяются титры. Приходится старт нажимать, и оно в начало игры отбрасывает. А ну. Ладно, это уже все было. Ладно, старт. О, это NTSC, потому что тут TM написано. Ой, что-то захотел послушать музыку с первого уровня. Окей. А, вот. Вау. Офигенный звук. Надо это использовать как сэмпл для песни. Охо. Я, честно говоря, иногда поражаюсь... А, вот, Chainsaw, да, так работает. Поражаюсь иногда, как звуки все эти были сделаны. Они же не на FM-чипе делаются, а это, скорее всего, сэмплы. Вот это такой типичный сеговский звук тут. Big Splash и Gentryland. А, нет, подожди. Sting Death и Big Splash одинаково. Вау. Обожаю такие звуки, конечно. Меня интересует телепорта звук. Такой классический звук. Вау. Они вот так обычно. Вау. Ха. Я не могу найти... того, там один раз за всю игру, по-моему, ну, два, в вулкане, короче, телепорт был. Что это, по-моему? И он как бы там очень такой классный. Во, да! Трансген. Класс! Ну так! Мне очень напоминает из флешбека вот это вот животное, когда там... Ты шо? Все, я доволен. Ну, еще разве что, если...
Все, я счастлив. Можно выключать. Игра пройдена, все классно, все хорошо, все классно, мне все нравится, выключать.